Меня зовут Игорь Волков. Я убил 10 человек. Но это были не мирные жертвы. Я их убил на войне. Война, которую начал не я, а они, когда пытались захватить мою территорию. Этот криминальный авторитет и его дружки. Началось все с того, что они изнасиловали мою жену, мою любимую и благоверную жену. Я не придумал ничего лучшего, кроме как убить их всех. Во мне бурлила кровь, и я начал свою месть. Сначала я убил главаря. А потом я принялся за остальных. Какое же удовольствие я получал, когда убивал каждую мразь, которая причиняла другим страдания. Это было великолепно. Это было чертовски великолепно. Я врывался к ним в дома так же, как они ворвались в мой дом посреди ночи. При помощи своего друга, знакомого полицейского, я вычислял каждого из них. Это было великолепно. Месть совершилась. И вот теперь, когда они все мертвы,